Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Присаживайтесь. Это история Виктора и Веры Цепковых. Сложно сказать, из какого они города, потому что эта история началась в Днепропетровске, продолжилась в Самаре, а закончилась в Москве. Несколько запутанная история. Видимо, до того, как они стали переписываться, они вообще не были знакомы. Давайте почитаем. Уважаемая Ирина и Вера. Меня зовут Виктор Цапков, и я товарищ вашего отца и мужа Григория. Я говорю это слово «товарищ», хотя здесь, на фронте, он стал мне не только товарищем, и боевым другом, и отцом. Когда он погиб, я долго не решался вам написать, но все-таки решился. Ужасно получить похоронку и не знать, как именно погиб Григорий. А он погиб, как настоящий герой. Пишу, и слезы наворачиваются. Вот будто сейчас он стоит передо мной, как живой. Григорий был товарищем моего отца. Его оставили в городе строить важный объект для нашей Родины. А меня призвали на фронт. Мне было на тот момент всего 18 лет. Григория тоже призвали. И уже сразу в призывном пункте он взял надо мной шефство. Он учил меня всему, что знал. И жив я только благодаря тому, чему меня научил. От своего отца я получил за все время службы всего лишь две весточки. Видимо, больше нельзя. А вот Григорий получал от вас письма регулярно. Не сердитесь, что он делился со мной некоторыми вашими теплыми строками к нему. Он хотел, чтобы и я знал, что нас всех ждут в Тулу. Ведь это так важно, чтобы нас ждали любимые люди. Зная, что и он вам писал обо мне. Так что мы, можно сказать, знакомы уже заочно. В битве за Сталинград он закрыл меня своим телом и умер на месте, не мучаясь. Ваш отец и муж был великим человеком, настоящим героем. Я горжусь, что знал его и оплакиваю его вместе с вами. Виктор. Я вообще не представляю, как он решил написать им это письмо. А я думаю, что у него, кроме них, никого больше и не было. Отец почему-то не писал, матери, видимо, не было. И молодой парнишка видел, как пишет Григорию семья, и тоже хотел написать. Виктор родился в Днепропетровске. Когда мать Виктора умерла, отец не мог оставаться в этом городе и попросил работу в другом. Так они переехали в Куйбышев. Сейчас это Самара. Отец Виктора работал инженером-строителем, причем секретно. То есть строил военные объекты. Именно поэтому его не отпустили из Самары. Он, по данным семьи, имел отношение к строительству бункера для Сталина. Да, тогда в Самару из Москвы увозили многие организации. Уважаемый Виктор, я благодарю вас, что вы написали нам с мамой, но, к сожалению, ваше письмо она так и не прочла. Как только она получила похоронку о смерти папы, у нее не выдержало сердце. Я вижу это как сейчас, Виктор. Она тихо села рядом с почтальоном на лавочке около нашего дома и молча закрыла лицо руками. А вечером того же дня у нее случился сердечный приступ. Теперь я одна. А вы, получается, стали единственным родным для меня человеком, хоть я лично вас и не знаю. Папа писал о вас очень теплые слова. И я, читая ваши строки, чувствую это тепло. С огромным уважением. Вера. Она осталась совсем одна. А сколько ей было лет? Ей было 16, но она сказала, что не может найти свои документы и фактически приписала себе 2 года, чтобы ее не отправили в приют или к дальним родственникам. Подождите, а как же школа? Ну, был август.
И в школу осенью она просто не пошла. Тогда ситуация, когда люди приписывали себе год или два, была не редкостью. Парни хотели попасть на фронт, девочки хотели работать на благо фронта. Это распространенная ситуация для того времени. Дорогая Вера, как же я рад, что получила от вас весточку. Но как же я сочувствую вашей утрате. Я знаю, что такое потерять мать. Крепитесь. Очень прошу вас, не сдавайтесь. Других слов подобрать невозможно. Что с моим отцом, я не знаю. Весточки от него не получаю, и уже какой месяц. Нас с вами связала сама судьба. Но понимаю, что мы не одни на этой земле. С нами все бойцы Красной Армии. С нами все бойцы тыла. Сейчас, в годы лишений, вся наша Родина с нами. И все мы, друг другу братья, сестры, отцы, матери, любимые. Напишите мне, как вы сейчас живете. Я не знаю, где вы работали раньше. Мне помнилось, что вы учились. Видимо, это был выпускной класс. Я помню, как узнал о том, что началась война. Это был на следующий день после выпускного вечера. Мы и предположить не могли, как за день изменится наша жизнь, бросая нас в жестокую схватку с врагом. Пишите мне, Вера. Я буду ждать. Дорогой Виктор, я устроилась работать в Большой театр. Случилось то, о чем я даже мечтать не могла. Но мы делаем очень важное дело. Мы поддерживаем людей своим трудом. Я, конечно, простой администратор, но и моя работа очень важная. Люди ходят на спектакли, на балет, на оперы. Зрителей очень много. Они благодарно слушают и смотрят постановки. А коллектив театра дает им силы для борьбы против фашизма. Видели бы вы, что творится здесь, когда дают Ленинградскую симфонию Шостаковича. О, люди плачут. Они внимают каждому звуку музыки. Они выходят из театра, вдохновленные на подвиги. Я это лично вижу каждый день. Напишите мне, пожалуйста, как вы? Они действительно были одни на всем белом свете. Я думаю, эта переписка очень здорово их поддержала во время войны. Дорогая Вера, дни у меня сейчас очень трудные. А потому выбрал только минутку, чтобы написать вам короткую весточку. Раньше я не решался, но сейчас решился. И прошу вас, зайдите к моему отцу. Я отправлял вам адрес ранее. Странными путями до меня дошла информация о том, что все-таки его забрали на фронт. Но доподлинно мне об этом ничего не известно. Если сможете узнать хоть что-нибудь, напишите мне, прошу вас, сразу. Очень радуюсь вашим успехам. И подробнее напишу позже. Шлю вам свой фронтовой привет. И обнимаю. Надеюсь, не очень затрудняю вас своими просьбами. Виктор. Дорогой Виктор, я была рада вашей просьбе, но мне не удалось узнать полной судьбы вашего отца. Соседи сказали мне, что давно его не видели. Другой информации они не знают. Но комната его за ним. А это значит, он жив и здоров. Говорят, что можно дать запрос, но сделать это можете только вы, как родственник. Пишите мне, Виктор. Я часто смотрю на вашу фотокарточку и нахожу в ней родные черты. Ваша Вера. Она впервые написала «Ваша». Видимо, часть писем утеряна, но он как-то отправил свою фотографию, и вот по тексту заметно, что их отношения стали гораздо ближе. А что случилось с его отцом? Доподлинно неизвестно, но больше Виктор его никогда не увидел. Виктор дошел до Праги и вернулся с войны в Самару. Он нашел Веру, и они, наконец, познакомились лично. Ну, это же история любви, да? Они же поженятся в конце? Судьба разделила их на 8 лет. Они встретились уже в Москве, причем случайно. В 1952 году Вера работала на Мосфильме. А Виктор после войны работал на стройке с бригадой и попал в Москву, где их привыкли
строить большую декорацию для фильма. Так они и встретились. И больше никогда не расставались. И сейчас в этой студии присутствует внук Роман. Поприветствуем его. Они всю жизнь прожили вместе и всегда считали, что их свела сама судьба. Я не застал своих бабушку с дедушкой, но я очень горжусь тем, что я являюсь частью этой семьи. Письма войны не всегда были правдивы. Люди, разделенные километрами, выжженные горем земли, берегли друг друга, потому что правда иногда была настолько горькой, что сказать ее было просто невозможно. Но они чувствовали друг друга и могли читать между строк, пронося свою любовь сквозь любые испытания.